Молодые люди, стараясь привлечь к себе внимание, иногда ведут себя глупо и при этом совершенно не думают о последствиях. В результате они все-таки оказываются в центре внимания, но вовсе не так, как им хотелось бы. Подобная история произошла со студенткой Королевского университета в Кингстоне, Онтарио. Молодая блондинка в темной рубашке с красно-желтыми полосами подбежала к полицейской лошади и хлопнула ее по крупу. Друзья крутой студентки с удовольствием за ней наблюдали и сняли все это происшествие на видео, которое стало чрезвычайно популярным. Но девушка явно не ожидала того, что последовало после ее геройского поступка. После того, как рука студентки коснулась задней части лошади, смешки стоящих поблизости молодых людей быстро перешли во вздох удивления от увиденного. Через долю секунды после удара по лошадиной спине студентка повернулась, чтобы бежать, но далеко не ускользнула. Полицейская лошадь пнула девушку в спину своими мощными задними ногами, и та распласталась на дороге, упав вниз лицом. Приятель быстро прибежал к ней на помощь и помог подняться с земли. Руки девушки были плотно прижаты к лицу. Вероятно, инцидент оставил на нем свой след, но определить степень каких-либо физических травм по видео слишком сложно. Одно можно сказать точно. Эго крутой студентки непоправимо пострадало, ведь ее намерением, очевидно, было сделать себе имя, показать себя крутой и наглой девушкой, способной унизить полицейского и его лошадь. А получилось все с точностью да наоборот. Она заработала имидж трусихи, которая напала на невинное животное и заплатила за это унизительную цену. Зато девушка точно уяснила, что не стоит проявлять неуважение к сотрудникам правоохранительных органов, особенно когда у офицера есть копыта и он сильно ими пинает. По словам офицера полиции, реакция лошади по кличке Мёрни была необычайно сдержанной и приглушенной. Несмотря на то, что Мёрни напугали неожиданными ударами, она не сопротивлялась и не бросалась, поэтому наказание девушки на самом деле было довольно незначительным по сравнению с тем, что могло бы быть. А студентка теперь не только известна в интернете, но и может иметь проблемы с законом. Вышеупомянутый инцидент был одним из множества инцидентов, когда в этом районе били лошадей. Полицейское управление Кингстона сообщило в Твиттер: «Нашу новую лошадь Мёрни сегодня вечером ударили 3 раза. Травм нет. Двум мужчинам и одной женщине предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления. Полиция пока не подтверждает, является ли девушка, которую запечатлели на видео, одной из 3 человек, которым предъявлены обвинения в связи с нанесением ударов лошадям. Их личности не разглашаются. В случае признания этих людей виновными, максимально возможное наказание – 5 лет лишения свободы. Кроме того, шутники могли получить индивидуальные финансовые штрафы в размере до 10 тысяч долларов каждый. Стив Купан, констебль полицейского управления Кингстона, объяснил, что 3 обвиняемых могут получить любое сочетание тюремного заключения и штрафов, а также потенциальный испытательный срок. Существует огромная вероятность того, что они могут быть признаны виновными и технически иметь судимость, сказал Купман. Нужна слава и известность? Вот она. Но такая ли слава была нужна? Надо просто заранее обдумывать свои поступки и то, к чему они могут привести. Ведь помимо травмы, та же судимость может создать серьезные проблемы в будущем. У меня все, друзья. Делитесь видео и ставьте лайки. Пока.